Здравствуйте, здравствуйте. Я Дмитрий Федоров. На Матч ТВ доброжелательная и оптимистическая программа «Континентальный вечер». Представляю гостей. Кирилл Фастовский, генеральный менеджер Сибири. Виталий Прошкин, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина. Сегодня сначала про сборную говорим, потом, если останется время, про финал Кубка Гагарина. В Санкт-Петербурге первые матчи Евровызова против норвежцев оказались для национальной команды успешными. Победа 2-1 в овертайме и после дня отдыха более убедительная Виктория 4-1. Невероятно, чтобы в современных реалиях клуб был представлен сборной целой пятеркой, но Сибирь сотворила такой кадровый подвиг. И именно хоккеисты вашей команды, Кирилл Валерьевич, Меньшиков и Шумаков забросили победные шайбы в Санкт-Петербурге. Почему у вас так прогрессируют игроки? Без ложной скромности, прошу. Потому что, наверное, мы научились с ними правильно работать. Собственно, это основная задача наша. Мы находим игроков, которые хотят чего-то добиться, но, к сожалению, в жизни им не очень повезло. Может быть. Может быть, не хватило правильного подхода, может быть, не хватило характера. Но эти амбиции, они проявляются не сразу, они могут проявиться и в будущем. Вот таких игроков мы стараемся распознавать и готовить дальше. Кто неформальный лидер в этой пятерке? Расскажите про человеческие качества. Ну, пожалуй, Максим Шалунов, я думаю, наиболее такой рассудительно правильный. А самый разбитной, конечно, это Шумаков. Это абсолютно однозначно. Вы звоните им сейчас в расположении сборной или стараетесь не трогать? Нет, сейчас не надо. Зачем? Я им пожелал удачи перед отъездом, и достаточно. Мы потом поговорим с ними. Теперь давайте послушаем мнение Виталия Меньшикова о взаимодействии хоккеистов Сибири в сборной. Ну, конечно, если мы весь год играем, уже где-то, может, и второй год, то есть какие-то наработки, понимаем друг друга. Все периоды недостаточно хорошо начинались для сборной России. По какой причине? Вот первые 2-3 минуты где-то? Ну, я думаю, что концентрация. Обязательно надо работать над этим компонентом. Спасибо, спасибо. Олег Знарок сказал, что сейчас команда под нагрузкой. Вот, Виталий, это та же самая предсезонка, как я понимаю, уже цатая, наверное. Ну да, получается уже, наверное, четвертая или пятая предсезонка. А защитники при этом летают по площадке и половину шайб забросили. Ну, хорошо подготовились. Так бывает то, что вот сезон рано закончился, был большой перерыв у ребят. Кто-то там 2 недели отдыхал, кто-то там поменьше. Поэтому надо, чтобы вся команда, все игроки были в одном состоянии. Поэтому приходится давать нагрузку. А насколько тяжело психологически, когда знаешь, что в любой момент могут отцепить от сборной? Ну, почему? Если ты знаешь, что ты пока еще не готов к сборной, тебе это авансом, ты, наоборот, ты спокойно готовишься, тренируешься, там, готовишь ребят. И доказываешь, что ты в следующий раз ты будешь достойным, чтобы тебя еще раз пригласили. То есть каждый игрок, в общем-то, понимает, на что он может рассчитывать? Я думаю, да, в большинстве случаев игроки знают, что вот сейчас, в данный момент, игроки в НХЛ играют, там идет еще финал Кубка Гагарина, и при этом еще много игроков, и, конечно, кто-то, ну, должны понимать, трезвомыслящие игроки, что все-таки они пока еще не готовы играть на таком высоком уровне на чемпионат мира. Понятно. И еще один штрих к матчу сборных в Санкт-Петербурге. Сколько же разговоров было про бывшего врача футбольной команды Челси Евы Карнейры? У нас есть свой хоккейный ответ, не такой скандальный. Знакомьтесь, Таня Лонге, массажист и физиотерапевт сборной Норвегии. Я начала работать с хоккейной командой в 2007-м. И вот уже несколько сезонов я с ними как массажист и физиотерапевт. Я работаю с мужской сборной Норвегии по хоккею и с женской сборной по гандболу. Также я работаю в Олимпийском центре и в клинике в Осло. Всегда, наверное, некомфортно, если ты не знаешь еще хорошо свое место вначале. Но парни очень милые, и они профессионалы. Это отличная компания ребят, и поэтому мне легко быть частью команды. Я не нахожусь в той же комнате, что и игроки во время тактической установки перед матчем. Я всегда в своем рабочем кабинете, и они только приходят ко мне на терапию, я им помогаю во всем.
Кирилл Валерьевич, вы известны как менеджер, делающий смелые, решительные шаги. Вот вы могли бы пригласить в команду женщину-физиотерапевта, чтобы она стояла на скамейке? Ну, на скамейке, пожалуй, пока рано. А вообще, если так по большому счету, то мне, в общем-то, все равно. То есть по гендерному признаку здесь не подбираются люди. Если будет хороший специалист и действительно полезный и нужный, безусловно, это только на пользу пойдет. Виталий, а вот близость красивой женщины на скамейке может повышать бойцовские качества игроков? Ведь в присутствии дамы, ну, никто не захочет выглядеть слабаком, никто не захочет выглядеть деморализованным. Ну, с одной стороны, будет, наверное, больше отвлекать хоккеистов, будет заглядываться и на игру смотреть. Но, с одной стороны, если как бы физиотерапевт, профессионал, врач высокой квалификации, то, конечно, если он женщина, мужчина, это не важно. Самое главное, чтобы вовремя лечить и правильно лечить игроков. Но вот в ближайшие пару лет в КХЛ мы увидим женщину на скамейке или все-таки стереотипы наши помешают? Да здесь не стереотипы дело, а просто женщины не идут в спортивную медицину чаще всего. Это такая отдельная профессия, поэтому редко бывает, и действительно можно привлечь какого-то вот физиотерапевта, как это было в Югре, я знаю, что была женщина, работала. И ничего страшного и в этом абсолютно нету. Никто на это так не обращал внимания, как сейчас вы, Дмитрий. Ну, я, да, заострил внимание. Ну, да, достаточно много женщин на трибунах во время матча, чтобы перед ними показывать, что ты не слабак. Тем более Таня сама сказала, то, что у нее отдельный кабинет, она с игроками находится. Да, она не участвует в этом, в ежедневном вот этом муторном процессе. Но, с одной стороны, если будет красивый физиотерапевт и женщина, то у хоккеистов может больше болячек появиться. Да, интересная тема. Ее русское такое имя, Таня, хотя у нее не было русских родных, как выяснилось. Смотрим расписание оставшихся до чемпионата мира матчей сборной России. Их 6. Самые сложные соперники – шведы и финны в конце месяца. Варламов, Тихонов, Плотников, Калинин должны подъехать, Бобровский. Вот те, кто с самого начала подготовки, будут иметь некоторое преимущество над теми, кто приедет позже. Виталий. Ну, наверное, ребята, которые приедут с НХЛ, все-таки будет акклиматизация. И, конечно, у них сезон уже тоже подошел к концу. И они, я думаю, сейчас тренироваться не будут, пока не соберут вещи там в клубе, там дела разберутся у них. Конечно, будет мало времени на подготовку, но думаю, к чемпионату мира, конечно, они уже наберут форму. А еще о одном игроке Сибири хочу поговорить. Вратарь сборной Чехии Александр Салак отказался от участия в чемпионате мира. Что случилось, Кирилл Валерьевич? Ну, это исключительно его личные причины. Семейные у него достаточно такая непростая ситуация сейчас семейная, поэтому он попросил руководство сборной, чтобы ему разрешили не приезжать в сборную. Я понимаю, но это я знаю, в чем дело конкретно, но, наверное, не стоит рассказывать такие подробности. Это не нужно. Но это абсолютно связано, ну, в общем, только с семейными. Мира мы его не увидим. Да, да. И не увидим в начале следующего сезона. Вы его как-то наказали за чудачество и дисквалификацию на 5 матчей? Ну, он сам себя наказал. Дисквалификация предполагает достаточно серьезный денежный штраф, плюс определенная оплата труда, заниженная за то время, пока он не сможет играть. Поэтому, я скажу, очень существенное наказание он для себя сам получил. Ну и вот о сборной мы поговорили. Теперь после рекламной паузы продолжим разговор про Кубок. Сборной отдали необходимую дань. Теперь континентальный вечер сосредоточен на финале Кубка Гагарина. Там ничья 1-1. Вот раскатка уже идет в Магнитогорске. Кстати, Телегин будет играть в первом звене вместе с Радулом и Дакостой. Вот меня несколько возмутило, что многие перед началом серии ни во что не ставили Металлург. Вот правда ли, Кирилл Валерьевич, что команда Ильи Воробьева умеет здорово подстраиваться под соперника? Ну, судя по всему, умеет, потому что вторую игру они сыграли совершенно по-другому. Сыграли именно так, как и требовалось для того, чтобы действительно серьезное сопротивление оказать армейцам. Так что Сибирь как раз встречалась с «Магниткой», знает, да, что да, это такое? Да, это мы знаем.
И потом состав у «Магнитки» достаточно мастеровитый. Они вполне могут играть и в гораздо хоккей такой активный. Потому что после первой игры рассказывали, что «Магнитка» вот первый период сыграли правильно, а вот два периода сыграли неправильно. Но вот все-таки они сделали выводы правильные, опять же. И здорово сыграли вторую игру. В обороне прежде всего здорово играли. Ну, прежде всего сумели противостоять силовому хоккею армейскому такому. Еще быстрому, об этом поговорим, да, про силовой хоккей. ЦСКА... Но сегодня будет показательный матч, на самом деле, чтобы, потому что ЦСКА, мне тоже кажется, вторая игра, на них немножко повлияло результат первой игры, уж больно как-то крупновато они выиграли, и в головах немножко это все равно осаждается, да, вот, Виталь, ну, хочешь, не хочешь, прозвенело как-то, да, в подсознании это все равно вылезет в такой самый ответственный момент. Ну и гол достаточно курьезный, второй, честно говоря, получился. Но «Магнитка» сыграла действительно правильно и очень здорово. Теперь про ЦСКА поговорим. ЦСКА здорово выстроил большинство. Вот с Виталием пообщаемся на этот счет. И мне кажется, возросла роль защитников. 4 гола – это реализация лишняя. И 3 гола оборонцев. Ну, во-первых, Зайцев и Денисов поменялись местами. Что во-вторых? Ну, во-первых, да, вот то, что вы правильно сказали, это поменялись местами. Они, два защитника по осенней линии между собой, могут передавать пасы и бросать сходу. И, конечно, вот трафик на пятаке, когда игроки стоят, закрывают ведение с вратарю. Ну, у меня складывается такое впечатление, что у защитников, у Зайцева и у Денисова, прежде всего, клюшки внутрь площадки, да, и поэтому они нацелены прежде всего на бросок. Они друг другу дают, чтобы бросить сходу. Вот это самое главное. И, конечно, вот когда забивали первый гол во второй игре, Саша Радулов отдал выманил на себя двух игроков. И оказалось, что два игрока тоже провороты, и Дакоста, и Зайцев, которые могут сходу бросить. И один нападающий, он не может разорваться, взять того и того игрока. А Саша Радулов, конечно, отдал отличный пас. Да, и был вариант, он мог на синей линии еще скидывать Денисову. То есть была такая вариативность. Ну и, конечно, я думаю, вот эти два игрока, которые на одного Сашу Радулова вытянули на себя, конечно, наверное, неправильно тоже сыграли. Но это, опять же, его мастерство, его умение вытягивать на себя, делать паузы. Про защитников. Защитник ЦСКА Богдан Киселев дисквалифицирован на 2 матча за атаку на судью. А главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев за то, что попал бутылкой в судью, серьезного наказания не понес. Потому что умысла попасть в рефери, ну, там явно не было. Но магнитогорским тренерам не привыкать к войне с арбитрами. Хотим напомнить историю 2-летней давности. Майк Кинен после 6-го финального матча против Пражского Лева чуть ли не с кулаками набросился на рефери. И ничего ему за это не было. Так почему скандалов в плей-офф становится вот все больше? Уже давно поставлен рекорд по штрафным минутам. Что все с цепи сорвались? Скажите, пожалуйста, Кирилл Валерьевич. Ну, слишком много поставлено на карту, и когда твоя команда проигрывает другой команде, это одно, а когда еще и третья сторона подливает масло в огонь, то, конечно, это уже перебор явный. Поэтому реакция вот такая. Так что, звериный хоккей. Ну, да, ну, очень хочется выиграть. Во-первых, я думаю, тоже встряска для игроков, если тренер там что-то на судью или там бросил, конечно, неправильно это сделал. Ну, это все показывает то, что тренер тоже заряжен на борьбу, что он показывает игрокам, что надо выходить, играть. Неравнодушие, самое важное. Но вообще для победы необходимо всем запастись терпения. Вон Мазякин не удаляется уже на протяжении 101 матча подряд. В то же время армейцы его всячески стараются вывести из равновесия. Вот хочу задать вопрос. Удастся ли удержаться Мазякину и не свалить до конца плей-офф? Ваш прогноз. Я думаю, если он уже 100 игр терпел, он не удалялся. Так что тут осталось немножко, есть возможность продержаться. Я тоже считаю, что он вполне может не удаляться еще 100 игр. И ЦСКА его не провоцирует. Это не называется провокацией. Они просто играют жестко и плотно с игроком, который может один обыграть их всех. И это правильная тактика просто. Но это никак не связано с каким-то провокационными вещами. Но ведь вот этим вот силовым воздействием занимается даже Радулов, лидер ЦСКА. Радулов вообще силовой игрок. Он играет силовую вполне. Не надо его так отделять. Вот как раз... Он не такой уж прям... Он художник с кулаками. Да, мимо не проедет. Да, он вообще такой. Это его стиль, нормально.
Ну, вот мы обсудили события финала Кубка Гагарина. И совсем скоро, меньше чем через полчаса, продолжение в Магнитогорске. Благодарю гостей за визит к нам в континентальный вечер. Всего хорошего, до свидания, пока. Встретимся на хоккее.